Вот поросенок наш, а вон медвежата идут. Смотрите, это у нас кормили поросенка, который терял в весе в течение 3 месяцев, пока не поставили камеру наблюдения. Поросенка они не трогали, а приходили кушать его еду. После их поросенок приходил и опять кушал то, что оставалось в его миске. 3 месяца рабочие кормили медвежат в лесу. Вот видите, спускаются, кушают. Поросенка не трогает, поросенок медленно наблюдает за ними. Маленький медвежонок зовет еще своего брата кушать. Это все у нас проходило в Насеткино. Сейчас я пойду туда, в лес.